Непринужденная обстановка, чай и сладости – так выглядит пресс-завтрак в театре «Кукол Сказ». Журналистов пригласили в коммунарт, чтобы поделиться впечатлениями о прошедшем фестивале «Сверкающие грани театра». Он дал нам толчок, толчок в новом развитии. Потому что тот критик, который к нам приехал, да, он нас и вправо, и влево расшатал. Где-то было обидно слышать, что здесь вы неправильно немножко работаете, и вот в эту сторону посмотрите. Но сейчас, вот уже переосмыслив, вчера буквально у нас «Барышня-крестьянка» была представлена зрителю уже немного по-другому. Мы отказались кое-как от каких элементов, перешли на новую современную проекцию. Жизнь в новом доме совсем другая. Коллектив привыкал и долго к новому месту. Но работа не ждет. Репертуар у театра «Кукол Сказ» большой. Только спектакли под камерную сцену старого здания. Сейчас их адаптируют и готовят новинки. У нас совсем скоро готовятся две прекрасные новогодние интермедии. Одна из которых будет на стационаре и вторая на выезде. С прекрасной новой премьерой спектакля, режиссер-постановщик, которого Наталья Крамер, это город Димитровград. У нее есть уже опыт, она ставила на нашей сцене спектакль «Африканская сказка». Музыкальная, интересная, очень динамичная. А вот новый ее такой творческий продукт, который у нас появится уже в конце ноября. Но представим, конечно, публике только в декабре. Театр «Кукол Сказ» давно не гастролировал. Благодаря фестивалю завязались хорошие отношения с другими театрами. И эта дружба только начало большого пути. Ян Смирнова, Филипп Гушко. Новости ТВН.